Приветствую вас, Мария. Честно говоря, вы не подумайте, пожалуйста, чего-то плохого про меня, вот. Но, честно говоря, не совсем понятен мягко ваш вопрос. Ну, то есть, если вы хотите помощи, если вы что-то спрашиваете, то не совсем понятно, как вам вообще помочь и в чем именно вам, собственно говоря, нужна помощь, потому что, ну, как-то вот свой вопрос вы, видимо, забыли, кроме только того, что как мне реагировать на такие разговоры. Понимаете, вы реагируете не так, как надо. Вы реагируете так, как можете. И ваша реакция, она связана с определенными внутренними конфликтами. Например, я хуже нее. Например, я боюсь с ней конкурировать. Например, она добьется больше и будет лучше меня, а я... Меня любили просто потому, что она теперь будет любить меньше, или ее будут любить больше из-за того, что она успешна. То есть, как бы налицо такое вот непринятие то ли своего текущего положения, то есть вашего, то ли фрустрация по поводу того, что сестра вас не принимает и... отталкивает, конкурирует с вами. То ли ожидания от сестры какого-то другого поведения, то ли, в принципе, некое такое непринятие конфликтной ситуации и чрезмерная чувствительность к ней, ну, к этой ситуации конфликтной, и вообще к любой конфликтной ситуации. Непонятно. Ну так, иначе реакция ваша вызвана исключительно непринятием, потому что вы говорите, что мне некомфортно, я избегаю. Избегание – это страх – это опасность. Опасность – это, как правило, невозможность удовлетворить, невозможность реализовать определенные требования, и, соответственно, вот вам и налицо сразу же конфликт, а то и несколько. Поэтому решать этот вопрос нужно, на мой взгляд, исключительно вот в таком ключе, в таком контексте. Помощью здесь вам будет, наверное, раскрытие ваших противоречий, раскрытие ваших внутренних конфликтов и как-то, я бы сказал, может быть, ну, гармонизация этого. То есть проведение... Ну, то есть, проведение этого в какую-то единую такую схему, единую такую структурку, да, вот, чтобы было проще, чтобы было легче, чтобы было понятнее. Вот. Дальше. По поводу того, что, значит, в детстве она всегда считала, что больше любит вас. Вероятно, вы боитесь своей сестры, вероятно, вы боитесь, что она сможет вас дискредитировать. Вот, вероятно, вы чувствуете, что вам навязали некую какую-то борьбу, в которой участвовать вы не очень-то и хотите. Вот, и, соответственно, понимаете, что из-за или благодаря этой борьбе вы, в общем-то, чувствуете себя не совсем-то уж и полноценно. А сестра демонстрирует вам, что вы совсем не полноценно и, вероятно, привыкнув ориентироваться на других людей, вы начинаете волей-неволей верить своей сестре. Вот. При этом не имея возможности опереться на себя, не имея возможности опереться на свои представления, опереться на свои собственные ценности, способности, вот, и как бы активно это развивает.
То есть, условно говоря, из-за такого вот немножечко психотического поведения, то есть поведение ориентированного на других людей, поведение ориентированного на позицию ведомого, вот, вы чувствуете себя не в своей тарелке и обесцениваете то, что делаете. Грустно, печально, Мария, но что поделать. Все можно исправить, все можно подкорректировать, в принципе. Вы обращайтесь за помощью, вот, мы будем рады вам помочь. На этом все, я надеюсь, что это было полезно. Желаю вам всего доброго.